Добрый вечер. Вы смотрите новости телекомпании «Сампо», в студии Наталья Порукова. И сначала коротко о некоторых темах этого выпуска. Ну, раз получилось так, значит, будем принимать какие-то решения по уборке этой улицы. Получилось не по плану. Обслуживание отремонтированной улицы Чапаева обойдется петрозаводскому бюджету дороже прежнего. Табличка, установленная вчера на набережной в честь уникальной экспедиции «Карелия, Северный полюс, Гренландия», исчезла. Карельских волонтеров отметили старт эстафеты Олимпийского огня флешмобом. В Петрозаводск он прибудет 21 октября. Эксплуатация отремонтированной улицы Чапаева обойдется петрозаводскому бюджету дороже прежнего. Убирать зауженные тротуары от снега с помощью техники не получится. Придется нанять не меньше 30 дворников. Сколько это будет стоить, в мэрии подсчитают до конца недели. Об этом сегодня говорили участники выездного совещания по ремонту дорог. О том, что ждет перевалку к следующему дню города, расскажет Александр Батов. Для встречи с журналистами Павел Малента выбрал улицу Шотмана. Сейчас ее впервые за много лет ремонтируют, и есть что показать. Но прессу больше волновала другая улица, Чапаева. Напомню, накануне на городской планерке начальник управления городского транспорта критиковал слишком узкие тротуары. Теперь, видимо, город должен будет нанимать дополнительных дворников. Кстати, на справедливый вопрос, а кто отвечает за исполнение проекта с такими узкими тротуарами, чиновник так и не ответил. Ну, раз получилось так, значит, будем принимать какие-то решения по уборке этой улицы. Там, да, нужна будет ручная уборка. Сейчас мы занимаемся по счетам объемов работ, которые потребуются для уборки этой улицы. Ну, видимо, там порядка, считай, 30 человек нужно будет ручную работу. Цена вопроса уборки улицы Чапаева, по словам Павла Маленды, будет известна в конце этой недели. Всего же в этом и следующем году на ремонт и содержание дорог город потратит рекордные 350 миллионов своих и республиканских рублей. При этом почти все контракты на ремонт 32 улиц переходящие, работы по ним завершатся в следующем году. Возникает вопрос, а что же будет с дорогами с уже снятым для ремонта асфальтом следующей весной? Там, где асфальт снят, да, мы старались рассчитывать свои графики работы так, чтобы со снятым асфальтом не оставлять дороги на зиму. Там хотя бы один слой нижней выравненности, чтобы защитить земполотно и дорожное корыто от набухания воды, ну, чтобы не заливало ее там водой весной. Кроме центральных городских трасс, в этом году администрация намерена отремонтировать менее значимые улицы и переулки, где, по словам чиновников, долгие годы не ступала нога ремонтника. Вот сейчас работы идут на улице Волховская. Кроме этого, в мэрии наконец займутся перевалкой, а именно теми дорогами, которые примыкают к Чапаево. К следующему дню города чиновники обещают превратить в асфальтированные дороги те направления, которые носят имена Софьи Ковалевской, Чкалова и Пархоменко. Со всем перечнем петрозаводских дорог, подлежащих ремонту, можно ознакомиться на сайте городской администрации. А к технологической проблеме внесезонного ремонта дорог на примере Петрозаводска мы вернемся в ближайший четверг в программе «Живая студия». Сегодня утром в Петрозаводске столкнулись сразу несколько машин. ДТП с участием «Газели», троллейбуса, легковых автомобилей «Мазда», ВАЗ-2106, «Шевроле Ланос» и кроссовера «Субару» произошло на Первомайском проспекте напротив дома номер 30. Как сообщили сайту ДТП ПТЗРУ очевидцы, «Газель» ехала по Первомайскому проспекту в сторону танка и бортами столкнулась с троллейбусом, который двигался ей навстречу. После чего ее откинуло на припаркованные справа автомобили «Жигули», «Мазду», «Субару» и «Шевроле». От удара авто выбросило на газон, некоторые на несколько метров. К счастью, обошлось без жертв. «Газель» везла не людей, а металлолом. Проблемы охраны окружающей среды не могут быть решены силами одного государства. Особенно это касается приграничных территорий. Об этом шла речь сегодня на международной научной конференции, посвященной охране так называемого «зеленого пояса Финоскандии». В его состав входит Скандинавия, Кольский полуостров и Карелия. На конференции собрались ученые России, Финляндии, Норвегии и других стран. Цель – всесторонне обсудить вопросы, связанные с созданием единой системы особо охраняемых территорий. Это последние в Европе нетронутые территории, куда, естественно, в общем, многие стремятся. Ну и эти места, конечно, нужно очень бережно, рационально использовать и охранять. В приветственном слове Александр Худиланин отметил, что международное сотрудничество в сфере
охраны окружающей среды – одно из важнейших направлений экологической политики России. Проблемы охраны окружающей среды не ограничиваются рамками отдельных стран или регионов. Они приобрели глобальный характер. Необходимость решения таких проблем предполагает объединение усилий международного сообщества. Охрана окружающей среды сегодня – это одна из таких проблем человечества, которые не могут быть решены обособленными действиями государств и неизбежно требуют международного сотрудничества, совместных усилий государств, международных организаций на локальном и региональном и мировых уровнях. В России 43 национальных парка, 3 из них находятся в Карелии. Возможно, по словам главы республики, в ближайшем будущем и ладожские Шхеры будут иметь такой же статус. Сейчас правительство России проводит экологическую экспертизу этой территории, после которой будут определены границы охраняемой зоны. Развитие сети таких территорий – один из ключевых вопросов конференции. Также ее участники обсудят социально-экономические вопросы развития районов и муниципалитетов, территориально привязанных к зеленому поясу. Речь пойдет в том числе и о развитии сельского туризма. В Карелии продолжается рост заболеваемости раком. Смертность от злокачественных новообразований занимает 2-е место после болезней сердечно-сосудистой системы. Только за последние десятилетия количество онкобольных увеличилось более чем в 2 раза. И сейчас в Карелии на диспансерном учете состоит более 16 тысяч человек. Об этом сегодня на брифинге в Минздраве сообщил главный врач диспансера Ерван Хидишан. Среди разновидностей онкологических заболеваний на первом месте находится рак молочной железы у женщин. 2-е место занимает рак легких у мужчин. Далее идут рак желудка, кожи, прямой и ободочной кишки. Помощь больным оказывают в онкодиспансере, а также в детской и республиканской больнице имени Баранова, в онкологических кабинетах в районах Карелии. В случае необходимости пациентов направляют в федеральные центры страны, в частности, в клинику Института онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге. Те проблемные моменты, которые были в 2008, 2010, 2011 годах, на сегодняшний день уже практически отсутствуют. Все больные, имеющие показания для лечения на федеральном уровне и получения высокотехнологической медицинской помощи, обеспечиваются практически в 100% варианте. К столетию республики в Петрозаводске планируют построить свой гамма-терапевтический корпус для лечения больных раком. Причем новое оборудование для лечения онкобольных позволит снизить лучевую нагрузку на организм и качественно изменить саму терапию в республике. Только за последние 8 месяцев текущего года в Онежский тракторный завод вложены инвестиции на сумму порядка 375 миллионов рублей. Таким образом, владелец ОТЗ, российский концерн «Тракторные заводы», пытается подтолкнуть когда-то знаковое предприятие для всей республики к нормальному развитию. Однако пока не слишком получается. Объемы производства на заводе неуклонно падают. О том, каким видят будущее предприятие его владельцы, бизнесмены на месте рассказали главе республики. Предприятие способно производить до 300 тракторов в год. Однако в 2011-м собрали 95 машин, в 2012-м 78. План на этот год и вовсе менее 60 единиц техники. На улице перед заводоуправлением в ряд выстроились образцы, призванные сделать Онежский тракторный конкурентоспособным. Отдельного внимания заслуживает почти отечественный «Харвестер», который будут собирать на ОТЗ из иностранных комплектующих. Выслушав необходимую информацию и походив по цехам, глава республики в частности посоветовал руководству концерна тракторостроителей обращать внимание на производство техники, которая пригодится в республике в связи с газификацией. В этой нише рынка продукция ОТЗ вполне конкурентоспособна, а иногда и вовсе не имеет иностранных аналогов. Это большие инвестиции, это сотни километров газопроводов, не всегда в удобных местах, не всегда там, где есть дороги. А эта техника способна попасть в любое место с необходимым сварочным технологическим оборудованием для того, чтобы качественно проводить прокладку газопроводов. Конечно, и от основного направления работы производства лесозаготовительной техники на заводе отказываться не собираются. Более того, вскоре здесь будут производить чуть ли не большинство такой техники концерна. Здесь будет производиться техника и колесная, и гусеничная. Мы переводим производство также с Красноярского края, именно с города Красноярска сюда. Уже переезд завершен, и здесь будет производиться и машина ТТ-4, а также, вот, которые перед вами представлены, колесные харвестеры, фарвардеры для комплексной разработки древесины. В прошлом году между карельским правительством и ОТЗ заключено соглашение о социально-экономическом партнерстве.
Компания обещала повысить качество выпускаемой техники и сохранить рабочие места. В свою очередь, корейское правительство окажет содействие в продвижении на рынке продукции ОТЗ, а также поможет ему в развитии сотрудничества с образовательными учреждениями, которые готовят трудовые кадры. Среди решений, принятых на съезде «Единой России», который состоялся 5 октября в Москве, акцент сделан на решение насущных вопросов, которые волнуют сейчас население. Среди них пересмотр социальной нормы потребления коммунальных услуг, поддержка малого бизнеса, продление действия программы выплаты материнского капитала. На съезде в рамках рабочих секций участники обсудили особенности выборов в летний период, опыт проведения праймерис и в целом ход избирательных кампаний в условиях растущей политической конкуренции. Вопрос эффективности деятельности партии являлся ключевым. Потому что только так можно определить, повторюсь, конкурентоспособность партии на политическом рынке. По словам Геннадия Сараева, речь шла и об итогах выборов в Петрозаводске. Анализировались ошибки, сделанные в ходе избирательной кампании. Выход только один – работать партии на улучшение жизни населения, на повышение его благосостояния, уровня жизни. На пресс-конференции делегату съезда от корейского регионального отделения партии Алексею Лучину задали вопросы и о распределении земли в Прянежском районе. Напомним, что на начале октября Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту незаконного предоставления там земельных участков. По версии органов, администрация Прянежья в нарушение решения райсовета незаконно предоставляла гражданам земельные участки без проведения торгов. При этом избранный глава района подчеркнул, что ни молодым семьям, ни многодетным, ни инвалидам земля там не предоставлялась. Мало того, вчера я узнаю, что оказывается, среди тех счастливчиков, которые в нарушении решения Совета депутатов получили земельные участки, есть сотрудники администрации. В интересах следствия имена конкретных фигурантов в органах не называют. Какие-либо действия с земельными участками в Прянежье приостановлены. Следствие продолжается. 70 карельских волонтеров отметили зажигательным танцем старт эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014». Она станет самой масштабной в истории зимних Олимпийских игр. Маршрут ее более 65 тысяч километров, которые будут пройдены за 123 дня через почти 3000 населенных пунктов. Завершится эстафета 7 февраля следующего года в Сочи в день открытия Олимпийских игр. Зажигательный танец на студенческом бульваре «За молекулы» устроили карельские волонтеры. Таким образом, они отметили старт эстафеты Олимпийского огня. Акция пройдет по всем регионам России. Карелии эстафету передаст Вологда. И вот тут, говорит один из волонтеров Владислав Ланец, начнется работа добровольцев. Он будет дублером на подстраховке у факелоносца. Это будет самый величайший день для его жизни, не считая свадьбы, конечно. На самом деле все идет очень интенсивно, каждых волонтеров подготавливают чуть ли не индивидуально, и все очень замечательно. Так что Петрозаводск уже готов к встрече Олимпийского огня, и все будет очень супер. Петрозаводский огонь встретят 22 числа у памятника Петру Первому. Александр Баландин, Евгения Медведева, Валерий Постоянов и другие участники эстафеты побегут с ним по городу. В течение 2 дней огонь пронесут по территории Петрозаводска, Пряжи, Оланца и по острову Кижи. Кульминацией праздника станет зажжение чаши на площади Кирова. А теперь к другим событиям в республике. Прокуратура Карелии потребовала отремонтировать 2 котельные Кандапольского района, износ которых достиг 100%. По сообщению правоохранительных органов, они создают реальную угрозу возникновения аварийных ситуаций, которые могут привести к отключениям от тепла и жилого фонда и государственных и муниципальных учреждений. Петрозаводский городской суд оштрафовал председателя Петросовета Олега Фокина на 100 тысяч рублей за оскорбление Вячеслава Арфинского в прямом эфире ГТРК «Карелия». Напомним, инцидент, ставший причиной судебного процесса, произошел во время записи программы «Национальный интерес». Олег Фокин назвал Вячеслава Арфинского маразматиком, высказываясь о градостроительной политике. Штрафы за курение для россиян возрастут в 2-3 раза. Так особенно раскошелиться придется за вовлечение в этот процесс несовершеннолетних, а также за курение на детских площадках. Напомним, что раньше депутаты Госдумы приняли закон, в котором штраф за курение в общественном месте составлял от 500 до 1500 рублей.
Очередная общегородская акция «Экстренная помощь» пройдет в Петрозаводске 10 и 11 октября. Оба дня с 9 утра до 15.00 по адресу улицы Кооперативная, 7А, бездомные смогут пройти флюорографическое обследование, бесплатно привиться против инфекционных заболеваний, получить консультации врача-терапевта, юриста и психолога. Также их накормят бесплатным горячим обедом и помогут с одеждой. И сегодня мы хотим спросить вас, какая помощь, на ваш взгляд, необходима бездомным в первую очередь. Голосуйте на нашем сайте sampa.tv. Итоги по традиции подведем завтра, а пока продолжаем выпуск. Латунная табличка, установленная на набережной Петрозаводска в честь экспедиции «Карелия. Северный полюс. Гренландия», исчезла. Напомним, ее установили вчера днем. На церемонии присутствовали сами участники уникальной экспедиции Федор Конюхов и Виктор Симонов. А сегодня прохожие, увидевшие сюжеты в новостях, пришли посмотреть на нее, но не обнаружили. Площадка, где она была установлена, пуста. Как нам рассказал Виктор Симонов, вчера вечером он проезжал мимо и увидел, что недавно установленный знак валяется на земле. Видимо, его пытались похитить. Неизвестные хулиганы легко сняли прикрученную табличку с опор и почему-то бросили рядом. Путешественники решили не рисковать и временно убрали ее. Сейчас они уже приварили знак к опорам и в течение завтрашнего дня установят на прежнем месте. Только теперь уже зацементируют основание. Напомним, в будущем на месте таблички должен появиться памятник собачьей упряжки. Вместе с путешественниками 12 собак за 46 суток преодолели свыше 900 километров по дрейфующим льдам. Не раз спасали своих хозяев, но люди почему-то не оценили такой жест благодарности. Федор Конюхов не только известный путешественник, но и художник. В музее ИЗО открылась выставка его работ «Далеко на севере». Как говорит сам автор, он не может равнодушно смотреть на нашу планету. Ему все нравится и все вдохновляет. И природа, и люди, и животные. Идеи картин он черпает в своих экспедициях, о чем накануне делился с главой республики. На выставке побывала и Анна Монакова. Знаменитый русский путешественник Федор Конюхов лично провел экскурсию для главы Карелии. Рассказал о каждой картине. Это живописные графические работы, собственные впечатления, наблюдения с путешествий в северные широты. Я сейчас работаю над большой работой «Эверест» со стороны Тибета. У меня есть «Эверест» со стороны Непала, а сейчас «Эверест» со стороны Тибета, с которой я поднимался вот в последнее время. Но она большая, работает вот на полстенки сразу. Конечно, один Эверест везти сюда и тяжело, и к следующей своей высоте я надеюсь, что я привезу. До карельских пейзажей, признается Федор Конюхов, руки еще не дошли. Путешественник планирует восполнить пробел в следующем году. Ожидается тренировочный поход по республике перед новой экспедицией в Гренландию. Там и будет возможность запечатлеть на бумаге край озер и лесов. На каждой картине, даже не зная или не бывая в этом месте, можно рассказывать, видя глазами Федора Филипповича, сказать, что же здесь изображено. Это не только четыре дома и сидящая собака. Это пейзаж целой деревни с ее, сказать, суровым климатом, с ее аскетизмом. Всего у Федора Конюхова более 3000 картин. Он участник российских и международных выставок. Сейчас, по его словам, ведутся переговоры об открытии полноценной персональной экспозиции в Петрозаводске в следующем году. В столице Карелии художник привезет 80 своих работ. В Петрозаводск приехала Александра Пахмутова. Сегодня вечером она участвует в концерте Союза композиторов России «Муза моя сортовала». Также в программе выступления и других прославленных композиторов и исполнителей. А днем гости встретились с журналистами, рассказали о том, почему им дорога сортовала и как родился этот концерт. На пресс-конференции побывала Анна Токарева. Идея сделать такой концерт родилась 2 года назад, говорит председатель Союза композиторов России Владислав Кизинин. Тогда, когда встал вопрос о том, что дом композиторов под Сортовалой потеряет свой статус, и туда в поисках вдохновения уже не смогут приезжать творцы. Это наше святое место, эту музыкальную мекку решили у нас отобрать и кому-то продать. Ну, восстал весь союз композиторов, и не только союз композиторов. Человеку творчеству необходимо общение с природой. Вот такого общения с природой, как в Сортовале, я не знаю, наверное, больше нет. Неужели то, ради чего хотят убрать дом творчества, это будет полезнее, чем дом творчества, который существует? У композиторов это совершенно особая история, потому что они действительно черпают свое вдохновение
там, где они проводят свои счастливые моменты. И вот мне кажется, именно от того, удастся ли сохранить Сартовальский дом творчества композиторов, во многом зависит завтрашний день нашей русской музыки, потому что идет новое поколение композиторов. Среди них есть очень талантливые люди, замечательные люди, очень любящие свое дело. И вот мне кажется, все будет зависеть от того, где они будут черпать свое вдохновение. В Карелии, в Сартовале или, может быть, на каких-нибудь Мальдивах. Вот это определит лицо русской музыки завтра. Так что очень важно, чтобы сохранился этот прекрасный уголок, где родилось столько шедевров. Композиторы и исполнители ударились в дорогие им воспоминания, связанные с Сартовалой и Домом творчества. Кто из них приезжает сюда 20, кто 45 лет подряд. Кто-то был всего несколько раз, но яркие впечатления хранят до сих пор. Александра Пахмутова вспоминает, как впервые увидела здесь рысь. Николай Добронравов любил собирать грибы. Дирижер Светланов приезжал на рыбалку. А у композитора Родиона Щедрина был здесь медовый месяц с Майей Плисецкой. Народный артист России и Дагестана Шервани Челаев приехал вчера в Дом творчества под Сартовалой, увидел, не выдержал и запел. О чем еще рассказала Александра Пахмутова и ее коллеги на пресс-конференции, а также фрагменты концерта «Любовь моя Сартовала», вы увидите в программе «Культурная жизнь» в эту пятницу. И на этом наш выпуск завершен. Смотрите нас также в интернете по адресу sampa.tv. А я, Наталья Порукова, с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи.